Здравствуйте, дорогие друзья. Bonjour les amis, c'est Sévonia Novirok. Aujourd'hui, une nouvelle leçon. Sévonia pasmotrim, как переводить, должен, должна, должни, больше, меньше. Кстати, в этих видео изучаем эффективно французский серий среду одна за другой. И если вы не видели первые видео, я рекомендую вам их посмотреть, чтобы все хорошо понять. Вы готовы? Давайте начнем. Сначала повторение. Как переводятся эти фразы? Чей этот карандаш? Это карандаш Ларана? Чьи эти стулья? Чей был этот стол? Чьи были эти книги? Это были май. Вы нашли? Посмотрим. Чей этот карандаш? А ки э сё крейон? Чей переводится как а ки. Дословно это чей есть этот карандаш. Этот переводится как «се», потому что слово «крейон» – мужской род на французском. Это карандаш Ларана. Это переводится как «се», потому что слово «карандаш» – единственное число. C'est le crayon de Laurent. На русском здесь есть родительный падеж. На французском надо добавить «de». А qui est ce crayon? C'est le crayon de Laurent. Чи эти стулья? Чи переводится как «а qui». Но здесь это «сон», потому что это множественное число. А qui sont ces chaises? Эти переводится как «се». Чей был этот стол? Это прошедшее время. На французском это «а ки эте сет табль». «Эте» – это глагол «être» – прошедшее время, несовершенное, imparfait. «А ки эте сет табль?» Чьи были эти книги? Это была мои. А ки эти се ливр? Здесь надо добавить ент, потому что это множественное число. Это были мои. Если вы хотите, вы можете сказать «это были мои книги». Тогда это будет «сете ме». Livre. Но если вы не хотите повторять слово «livre», вы можете сказать «c'était les miens». Это «mien», потому что слово «livre» – мужской род на французском. Сейчас урок. Как перевести «должен», «должна», «должни»? Например, я должен, ты должна и так далее. На французском мы используем глагол. Это глагол devoir. Вот спражение. Это настоящее время. Осторожно, это неправильный глагол. Je dois, tu dois, il, elle. Doit, SST не читается. Nous devons, vous devez, ils, elles doivent. Та звук ва. Ils, elles doivent. Например, я должен работать. Je dois travailler. Но если вы говорите
Jag должна работать. Это тоже. Je dois travailler. На французском мы не знаем, кто должен или должна работать. Когда мы говорим «je dois travailler», мужчине или женщине. Вы должны есть. Vous devez manger. Сейчас посмотрим passé composé. Прошедшее совершенное. Кстати, причастие прошедшего времени глагола «devoir» – это «dû». Тогда это будет. J'ai dû, tu as dû, il, elle a dû, nous avons dû, vous avez dû, ils, elles ont dû. Например, вчера я должен был работать, или вчера мне пришлось работать. Переводится как «Hier, j'ai dû travailler». «Hier, j'ai dû travailler». Другой пример. «Вчера она должна была играть со своим братом». Или «Вчера ей пришлось играть со своим братом». Переводится как «Hier, elle a dû jouer avec son frère». Hier, elle a dû jouer avec son frère. Сейчас посмотрим будущее время. Но когда я говорю будущее время, это ближайшее будущее время. На французском futur proche. Это глагол aller, настоящее время, плюс infinitif. Тогда это будет. Je vais devoir. Tu vas devoir, il, elle va devoir, nous allons devoir, vous allez devoir, ils, elles vont devoir. Например, завтра вам придется изучать французский. Demain, vous allez devoir étudier le français. Demain, vous allez devoir étudier le français. Сейчас посмотрим, как переводится больше. В смысле в большем количестве. На французском это plus. Осторожно. S читается. Plus. Например, ты должен есть больше. Tu dois manger plus. S читается. Мы уже видели, как переводится не больше. Не больше это не plus. Но здесь S не читается. Например, я больше не хочу есть. Je ne veux plus manger. Здесь S не читается, здесь S читается. Еще раз. Tu dois manger plus. Je ne veux plus manger. Меньше. В смысле в меньшем количестве. Переводится как moins. Вот новое слово. Gros. Мужской род, gross, женский род, это толстый. Например, он должен есть меньше, потому что он толстый. Il doit manger moins parce qu'il est gros. Il doit manger moins parce qu'il est gros. Вот. Это все на сегодня. Спасибо большое за ваше внимание. Кстати, если вы хотите посмотреть похожие видео, пройдите по ссылке.
Mais prédite pas s'il qu'est pas de vidéo. Il y a d'obéil s'il qu'est. Au revoir, les amis, et à très bientôt. Paka paka. Au revoir.